И сейчас у нас будет молитва посвящения детей. И на эту сцену я хотел под ваши аплодисменты пригласить Савченко Даниила Александровна, Иванова Оливия Антоновна, Нахачук Радислава Максимовна, Мостовой Мирон Андреевич и Дячун Давид Игоревич. Давайте под ваши аплодисменты. Перед тем, как мы будем посвящать детей Господу, знаете, дорогие родители, хочу сказать одно. В контексте того, о чем мы сегодня говорили. Кто, если не мы, воспитает наших детей? А кто, если не мы, приведет их ко Христу? А кто, если не мы, передаст им веру? Кто, если не мы? Хочу оставить вам этот вопрос, знаете, чтобы каждый мог уже рассуждать сам над этим и взять на себя эту ответственность. А кто, если не мы? Сейчас мы будем помазывать и леем посвящать. Господь, помазываем, посвящаем и благословляем во имя Иисуса Христа. 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 И давайте, церковь, встанем, прострем наши руки, помолимся за наших деток. Дорогой Господь, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за бесценный дар, Господь, который Ты дал, Господь. Это наши дети, Господь. И сегодня мы благословляем, Господь. Мы посвящаем их на служение Тебе, Господь, на верность Тебе, Господь. Пусть эти дети, Господь, будут благословением, Господь, для родителей, Иисус. Пусть эти дети, Господь, вырастут и познают Тебя, Господь, и никогда не отступят, Господь. Пусть они будут верны Тебе, Господь, и исполнят то, Господь, для чего Ты, Боже, дал им родиться на эту землю во имя Иисуса Христа. Аминь. И маленькие скромные подарочки у нас. Мостовой Мирон Андреевич, пожалуйста, свидетельство. Иванова Оливия Антоновна. Савченко Даниэла. Дячун Давид Игоревич, пожалуйста. И Нахайчук Радислав Максимович. И Библии, которые вы будете читать своим детям, пожалуйста. Да? Все, давайте еще раз дадим большие аплодисменты, мы можем проходить на наши места, пусть Бог благословит. А мы можем присаживаться на наши места, будем продолжать.